На незаконную лодочную станцию у пляжа на Барбошиной поляне проверяющие нагрянули рано утром. Владельца на месте не оказалось. В сторожке находился молодой человек, который представился знакомым организатора станции. Документ покажите, пожалуйста, на лодочную стоянку. И кто хозяин? Сейчас приедет человек. Сейчас приедет, да? А вы сами что здесь делаете? Да я просто человек подменил. А, просто подменяли? Позже на место прибыл и сам организатор незаконной лодочной стоянки. Он рассказал, что паркуются здесь его друзья. Какой-либо договор водопользования, решение? Нет, нет, у меня ничего нет здесь. Вот эти два понтона, они второй год уже болтаются. Я просто прицепился своими пауками, и все. На мужчину составили протокол по статье «Самоуправство». Теперь ему придется убрать понтоны от берега. Такое близкое расположение лодок к пляжу может быть опасным для отдыхающих. Рейды по береговой линии проводят комплексно. Внимание обращают и на чистоту территории. Есть нагромождение, все равно шины валяются и так далее. Это сейчас фиксируется тоже сотрудниками полиции. На территории сейчас находятся автомобили. Тоже сотрудники полиции фиксируют номера. Дальше будет уже, как бы, соответственно, их работа. Они будут вызывать, по-видимому, водителей и с ними разбираться, почему они находятся незаконно на этой территории. Специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, Роспотребнадзора и транспортной полиции будут проводить такие рейды регулярно. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».